Всем привет, с вами я, ребята, и сегодня я поиграю Zed Bridge. Это, ребята, у нас получается вторая часть уже, да, и как бы я не хотел снимать ролик про Zed Bridge, то есть мосты, да, этот мини-режим, потому что мне он первый раз не понравился, меня постоянно телепортировал античит, то есть я просто не мог даже нормально пытаться убить игроков, да. Ну сейчас мини-режим дошел уже до версии 0.3, я играл 0.1, и в принципе, ребята, я хочу посмотреть, что изменилось. Я вчера уже играл, да, в него, на самом деле, мне он понравился, появились карты и так далее. И, в принципе, он достаточно сейчас популярен, почему бы, в принципе, не сыграть. В принципе, ребята, погнали! В принципе, окей, я сейчас сыграю, как бы, Zed Bridge, здесь появились даже карты, да. То есть, раньше карт не было, раньше, ну, одна только карта была, да. Сразу хочу объяснить то, что здесь надо попасть в такой как бы колодец, да, и в принципе я сыграю 3 раунда, не знаю как получится, так, ага, блин, я не люблю когда так делают, окей, так, мы друг друга скинули, а нет, он не упал, так, все, я его убил, здесь яблочки, кстати, все хп восстанавливают, это очень круто, так. Я, в принципе, немножко уже разобрался, как в этот мини-режим играть, поэтому мне уже немножко попозже. Тихо. Тихо. Ой-ой! Блин, он меня убил, окей. Так. Я попал. Здесь, кстати, нельзя спамить стрелами, это круто. Да. То есть я спамить стрелами не могу, это очень неплохо. Так, я скушу яблочко. Стой, стой, стой. Да боже, нет, нет, нет! Нет, да блин! Капец, блин, ладно, окей. Мне не повезло, он, короче, смог прыгнуть. Мне, как всегда, не повезло. Да. Но так часто античит уже не работает. Кстати, как я его так столкнул жестко? Так. Блин. Не получается мне как-то его попытаться убить. Не получается, это обидно. Так. Спамить стрелами нельзя, это очень круто. Потому что мне вот эти лучники уже задолбали. Здесь хотя бы раз в 3 секунды можно стрелять. Только раз в 3 секунды, да. Так. Так, 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 так. Сейчас умру. Наверное. Да, так, я скушу яблочко. Мне все остановится, это хорошо. Так, ну, побежала, в принципе, он не умер. Да вы издеваетесь, серьезно, как он не умер? Я же его столкнул. Капец, блин. Я думал, что я успею. Я что-то вообще не подумал. То, что он... Окей, так, мне повезло. Так, здрасте. Сейчас главное... Мне, как всегда, видите, повезло. Он почему-то не упал. То есть ему везет больше, видимо. Так. На. Получилось немножко его ударить. Убить его получилось, окей. Так. Да. Давай. Давай. Есть, есть, первый раз смог я прыгнуть в колодец, да. Я на самом деле знаю. Ну это как бы портал, да. Ну, в принципе, колодец, да. Это колодец. Для меня это будет колодец какой-то. Так. Как я его не ударил? Окей, я промолчу. Так. Я его смог убить. Это неплохо. Сейчас придется блоки ломать. Чё творит? Да я не понял, как он не столкнулся? Вы что, издеваетесь, что ли? Как он не столкнулся? Это жесть какая-то. Блин, ну окей. Попытаюсь себя-то его убить. Издеваетесь, что ли? Как он не столкнулся? Блин, ребят, ну реально, я не знаю. Я просто не умею в этот мини-режим играть. Да. Окей. В принципе, в прошлом ролике я уже бомбанул, поэтому я не хочу в этом бомбить, поэтому я промолчу, окей. Я просто промолчу. Ну все, ГГ. Я проиграл. Ну, я не знаю реально, как это работает. То есть, блин, это реально как-то сложно. Особенно один на один. То есть, если, может быть, играет 4 человека, да, то будет полегче, да. Я, кстати, наверное, в это видео сделаю по-другому. Я сейчас сыграю еще один раунд. Вот туда. Один на один, а потом поиграю 4 на 4, да. Учить их или что-то такое. Не знаю.
Какой-то странный. Боже, ну, как видите, чит, античит меня любит телепортировать назад. Как и всех тут, наверное. Так. Боже, да он меня как-то вообще сильно бьет. В кожаной броне, да-да. Окей. Так. Слава богу, то, что он хотя бы сталкивается, а то реально, я не понимаю. Вроде бы ты пытаешься столкнуть его, вроде бы в эту сторону сталкиваешь, а он туда перелетает. Игроки. Здесь какой-то странный ПВП. Немножко другое, мне кажется. Может быть и нет, не знаю. Но мне кажется, что чуть-чуть под другое. Быстрее надо покушать яблочко. Так, здрасте. Ну, естественно, тебе только пострелять и надо. Как и мне, в принципе. Так, я побеждаю, я... Что? Он вышел из игры? Блин, ну... Капец. В принципе, ребята, играю мини-режим 2 на 2 на 2 на 2, да? И как видите, это очень клево выглядит. Посмотрите, просто это капец круто, да? FPS у меня ужасно мало, я не знаю почему. Придется мне, наверное, с плохой плейсовкой играть. Что ж поделать, ребят? Так, играем за желтую команду. То есть, вот как-то так это достаточно... Это все? Я не верил. Это изи было. У них, кстати, по две жизни, кстати. Если ты попадаешь в колодец, то у нас жизни прибавляются. Это круто. Это реально круто. Так. Бегу, бегу, бегу. Сейчас красной команды не будет. Видимо, она... Ну, все. Да, я победил. Все, красной команды нету. Она проиграла. Да? Да. Все, я... мы победили команду, да? Это, типа, изи. Наверное. Ой. Так. Я вроде бы его столкнул, не знаю. Так. Так. У нас очень много жизни. Мы сейчас можем спокойно зеленых рашнуть. Прям спокойно, на изи прям. Да. А! Ну, как видите, я очень хорошо строюсь. Очень круто, да. Саян реально за лаги. Наверное, лагать будет. А! Блин, окей. У них всего лишь две жизни, нам надо затащить. Чувак не решается съесть яблоко, которое становит ему все жизни. Окей, почему бы, в принципе, нет, действительно. Мне кажется, здесь ХП очень важны. Так, здрасте. А, ну, как-то это было просто. Окей, его, в принципе... Это очень легко, потому что, когда несколько... А, ну, мы все затащили. То есть, я напишу даже ГГ. Просто, когда играет много игроков, то, как бы, изи получается, да? Когда один на один, реально сложно. В принципе, ребята, на этом все, да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео, ребят. Всем спасибо. Пока-пока.